пожалуйста, какое имеет значение есть напротив зеркала? Большое спасибо. Наши глаза, они имеют качество отталкивать или толкать. Говорят, какой жгучий глаз. Это оттолкнул человек глазами. У многих людей глаза имеют качество отталкивать. На эзотерическом плане в тибетской медицине написано, что глаза отталкивают в тот момент, когда все тело притягивает. И через, почему через глаза можно влиять? Потому что глаза отталкивают. Но если то, что отталкивается одним человеком и проникает силой глаз другого человека, то это внедряется. И это называется уже магией внедрения через глаза. Как правило, глаза не очень... Почему человек снимает информацию? Он смотрит на человека и влазит как бы своими глазами в этого человека и ощущает, что чувствует его душа. При этом его душа либо может быть синхронно ощущать что-либо, либо асинхронно отталкивать. И чувства возникают при этом. И когда человек находится перед зеркалом, то когда вы смотрите на себя и, допустим, видите себя и говорите, какие у меня красивые плечи, вы в зеркале плечи оттолкнули, то есть пустили их в астрал. Зеркало это проявление астрального мира, там находится астрал. Допустим, если женщина смотрит на себя в зеркало и говорит, какая ты милашка, как ты мне нравишься, такой красивый носик, можете сто процентов знать, но станет некрасивым, вот то, что вам нравится в вашем лице, никто не заметит. Почему? Не будет создаваться никаких чувств. Именно поэтому, когда человек кушает, и смотрит на себя в зеркало, он может привести к тому, что у него будут проблемы в дальнейшем с тем, чтобы принимать пищу. То есть это могут быть проблемы с деньгами, это могут быть проблемы с пищей или еще с чем-либо. Вообще хочу вам посоветовать, мои любимые и дорогие красавицы, не любуйтесь с собой в зеркало, не любуйтесь и не делайте это часто. Я заметил, что женщины, которые любуются своей красотой в зеркале, они внешне могут быть очень красивыми но есть женщины которые внешне красивые создают чувства у мужчин и у женщин какие-либо то есть такие женщины которые могут быть невероятно красивыми но чувств не создают никаких то есть смотришь на такую женщину не хочется не подходить не знакомиться не давать не ни говорить ничего это сглазившие себя женщины, которые любят красоваться в зеркало. Поэтому, если женщина, да, они скорее всего найдут мужчину, которому понравится. Есть еще животная красота. Я сегодня э, был в больнице <coughs> на процедурах, мне э, там с, делали про массаж. И э, э, во время процедур там э, была женщина, и она внешне некрасивая. То есть я могу сказать, возможно, она красивая для кого-то, но я могу сказать, что внешне она некрасивая. То есть у нее непропорциональное лицо, она непропорциональный вид имеет и так далее. Но у нее невероятно, невероятное проявление какой-то женственности. В ней она блещет и хлещет. То есть в ней что-то есть такое. Я понимаю, что в этой женщине есть такое. Если ее сфотографировать, то ее фотография никогда нигде и никому не понравится, ни одному человеку. Но те люди, которые рядом с ней находятся, они сто процентов каждый что-то в ней видит, что она создает. В ней создается такое ощущение, будто ей что-то хочется все время дать и она этим и уникальна, и что-то в ней такое особенное, то есть, когда ее видишь, то через минуту кажется, что она вот самая красивая, самая внимательная, самая добрая, самая еще какая-либо. Что это такое? Это некая такая внутренняя сексуальность. Такая внутренняя сексуальность, она проявляется у женщины в тот момент, когда женщина проявляет милость и нежность. Это такая особенность, и эзотерически можно очень сделать себя сексуальной для женщины, да и для мужчины тоже. Каким образом? Запоминайте: если представлять, будто вы весь мир гладите рукой и при этом испытываете нежность по отношению к этому миру, то в вас начинают видеть человека, которому что-то хочется дать. Проверено 100%. А если глядеть на себя в зеркало и говорить, какая я красивая, то на фотографиях вы будете нравиться. Но стоит вам прийти с кем-нибудь и начать общаться, то с вас влюбляться не будут, потому что не возникает ощущения, что этого человека хочется посадить себе на шею. Ну вот так приблизительно. Спасибо.